В Одинцовском округе проходит профилактическая акция «Пешеход. Пешеходный переход». Главная цель комплексного мероприятия – предотвращение ДТП с участием пешеходов. Госавтоинспекторы призывают водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим. А пешеходам, взрослым и детям, напоминают, что переходить дорогу можно только в установленных местах, на разрешающий сигнал светофора. В вечернее время суток и в условиях плохой видимости необходимо использовать на одежде световозвращающие элементы.